Здравствуйте, ребята! С вами иллюзионист Андрей Поздняков. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какие чудеса можно сотворить при помощи бумаги? Да-да, именно бумаги. Не знаете? Тогда смотрите внимательно. Мы начинаем. Множество интересных аттракционов с бумагой, бытующих до сих пор в репертуаре современных иллюзионистов, создали бродячие фокусники Китая. Однако настоящий поэт волшебства появился в 18 веке. Им стал Робер Уден, прославившийся благодаря фокусу с бумагой. Один из его самых известных трюков проходил так. Иллюзионист выходил на сцену с тоненькой папкой, ставил папку на открытый со всех сторон мольберт и доставал из нее несколько гравюр, пару пышных дамских шляпок с перьями и цветами, живых голубей, три медные кастрюли, одну с вареными стручками фасоли, из другой полыхало пламя, а третья была наполнена кипятком. Далее из папки извлекалась клетка с птицами и, наконец, появлялась голова мальчика, после чего на сцену выпрыгивал младший сын иллюзиониста. Зрители были в восторге. Кстати, именно Робер Уден основал первый в мире иллюзорный театр. Вы спросите, а что же мы, современные иллюзионисты, можем сделать при помощи бумаги? Да так же, как и 100 лет назад. Все, что угодно. Смотрите, я возьму два кусочка разноцветной бумаги, порву их пополам. Еще раз пополам. И еще раз пополам. Теперь нужно добавить немножко магии. Задумать какой-нибудь предмет. И посмотреть, что же у нас получилось. А получилось у нас самая настоящая шапка. Ладно, давайте продолжать. Теперь я возьму бумажную гирлянду, порву ее пополам. Еще раз, еще. Смотрите, какие маленькие кусочки. Складываем все в руку. Опять добавим магии. И наша гирлянда снова целая. А следующий фокус для настоящих кавалеров. Мы возьмем бумажную салфетку. Сделаем из нее самую настоящую розу. Добавим магии. Подарок готов. Дорогие зрители, сегодня у меня в студии Полина. Привет, Полина. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Полина. А скажи, а мы уже знакомы, мы уже виделись? Да, по-моему, да. Да? Ну, может быть. Ну, ладно. Смотри, Полина, у меня для тебя есть очень необычный фокус. Ты когда-нибудь видела невидимых людей? Я никогда. Никогда не видела невидимых людей? Смотри, у меня есть салфетка, есть маркер. Держи. Есть столик. Нарисуй, пожалуйста, на салфетке человека. Ну, вот так вот, большой. Здесь лицо было видно, здесь ноги, руки, туловище. Мы рисуем самого настоящего человека, который исчезнет. Прекрасно. Так, и вот что у Полины получилось. Полина, мне кажется, тебе надо было пойти в художественную школу с такими умениями. Ну ладно, держи своего человека. Я покажу. У меня есть просто сложенный картонный лист, сложенный в виде конверта. Да? Мы складываем картонный лист конверта. Теперь все очень просто. Мы берем твоего человека, складываем его пополам. Так? Да, и еще раз пополам.
Я убираю твоего человека внутрь картонной. А где он? И он пропал. Но это же невидимый человек. Он на самом деле не пропал, он здесь и лежит. Прямо внутри, внутри, внутри. Просто ты его не видела. Вот и все. Исчезающий человек. Невидимый, правда. Ну ладно, хочешь расскажу, как это делается? Да. Все очень просто. На самом деле в этом картонном листе есть подтаенное отделение. Не заметила, где оно? Нет. Вот оно где находится, смотри. Вот оно. Сейчас я его очерчу, чтобы все зрители его увидели. Вот этот треугольничек у нас секретный. Мы взяли обычный картонный лист и на него приклеили вот такой треугольник и согнули вместе склейки. Ну, чтобы не так было видно место склейки. Ты же не заметила, что здесь приклеено что-то? Все, а здесь внутри есть кармашек, куда мы и прячем нашего невидимого человека. Все. И можно показать, что он пропал. Хотя он находится здесь, и никто этого не увидит. Да. Ну что, попробуешь сама показать? Давайте. А знаешь, я на самом деле хочу тебе показать другой фокус. Это ты потом покажешь. Салфетками. Давайте. Ты уже видела исчезающего человека, а теперь я тебе покажу фокус про исчезающую салфетку. Знаешь, нет? Нет. Смотри, я сейчас буду прятать салфетку в руку, а ты должна будешь угадать, в какой руке. Хорошо. Готова? Да. Видишь салфетку? Делаем раз. В какой руке? Быстрее, 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 быстрее. Угадала, а? Посмотрите. Давай еще раз попробуем. Готова? Да. Делаем раз. В какой руке? Быстрее, быстрее, быстрее. Не угадала здесь вот. Ладно, давай еще быстрее. Готова? Сможешь еще быстрее? Да. Делаем раз. В какой руке? Здесь? Здесь нету. Здесь нету. Та-дам! Давай еще раз попробуем. Смотри, берем салфетку. Видишь? Угадывай, в какой руке? Здесь? Здесь нету. Здесь нету. Та-дам! Исчезла. Следующий. Берем салфетку. Еще раз. Ты, наверное, устала, да? Нет. Нет, не устала? Ладно, в какой руке? Здесь. Здесь нету, здесь нету. Та-дам! Ну ладно, наши зрители уже давно поняли, как делается этот фокус. А ты не поняла? Нет. А посмотри назад. Вон они, салфеточки-то. Ну ладно, объясняю, как делается. Нужно просто складываешь салфетку, делаешь такой широкий жест, и на третий раз, первые два раза действительно как-то перекладываешь из руки в руку, заставляешь зрителей угадать. Последний раз просто выкидываешь за спину. Да, вообще. Ну что, попробуешь меня обмануть? Сяду чуть пониже. Ну, поехали. В какой руке? Здесь. Нету. Смотри, ты каждый раз, когда должна показывать, ты не здесь должна показывать, а ты уже должна показывать здесь и делать такой вот шок. Оп, хорошо. В какой руке? Хорошо. В какой руке? Здесь. Здесь. А вот сейчас в какой руке? Здесь. Нету. Там. Нету. Получилось, значит? Давай еще раз попробуем, закрепим результат. В какой руке? Здесь. Нету. Ну ты скажи, а вот нет, здесь. Еще здесь. Разочек. И делай такой движение. В какой руке? Здесь. Нету. Здесь. Нету. Ничего себе, я даже ничего не заметил, на самом деле. Будешь удивлять своих родных и близких? Да, обязательно. Что ты пожелаешь нашим зрителям? Я пожелаю им успехов, чтобы они становились такими же великими фокусниками, как вы. Спасибо большое, а я буду стараться удивлять вас. Ну и, конечно же, учить новым трюкам. А этот конверт тебе в подарок. Спасибо. Пожалуйста. Ну что, сегодня вы узнали секреты удивительных трюков. Мальчишки и девчонки, я с нетерпением жду ваших успехов. Как только у вас начнут получаться фокусы, попросите папу или маму записать вас на видео и выложить его в нашу группу ВКонтакте. Самые удачные видеоролики попадут в эфир телеканала «Улыбка ребенка». И помните, друзья, чтобы удивиться, нужно всего лишь мгновение, а чтобы сделать удивительную вещь, нужны годы терпения и упорного труда. Верьте в чудеса и творите их своими руками. До новых встреч!